Привет, мой дорогой друг, а перед началом видоса хочу тебе напомнить про мой личный промокод, который ты можешь ввести именно сюда, а он называется Denners, который тебе дает 40% пополнения. Например, ты пополняешь 1000 рублей, ты получаешь 1400 плюс 400 рублей на халяву, пополняешь 5000 рублей, 7000 получаешь, то есть сколько? 2000 на халяву, пополняешь там условно 10 тысяч, то получаешь 14 тысяч. Крутой бонус, 40%, который сам лично я всегда использую, который меня выручает, поэтому welcome to Denners промокод. Мой. Let's go смотреть данное видео. Айо, друзья, всем привет. Ну что, на MyCSGO мы сегодня с вами пооткрываем вместе разные кейсики, попробуем что-нибудь интересное и крутого выбить. А на балансе у нас сегодня 10 тысяч будет, поэтому не забывайте активировать мой промокод, который я в начале видосика вам показывал, промокод Denners, который дает 40% пополнению, верно? Верно. И также все ссылки в закрепленном комментарии под видео, где я играю. Ну что, приятного просмотра, погнали смотреть. Так, на главной странице MyCSGO мы находимся. Выйдем баланс, бонус на баланс. И бонус на баланс мы с вами вместе копим. Вот на таких вот кейсах, так, где написано плюс бонус. Вы копите, потом спускаетесь вниз, 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 вниз. И видите, бонусные кейсы. Вот у меня 2058. Например, есть за 1500. Вот такой вот прекрасный кейс, где падают очень прикольные пушки. И... мы скоро пооткрываем с вами кейсы. А, например, вот до, ну, до 75, наверное. Вот до 75, смотрите, какая красотища тоже падает. Поэтому копим баллы, а потом на халяву просто выводим. Так, короче, я здесь только что видел кейсик CS2. Как вам CS2, кстати, напишите в комментариях, понравилась она вам, либо не понравилась. Потому что CSGO, к сожалению, уже не будет. И будет CS2. Расти, развиваться и так далее. Так, давайте сразу же 10 кейсов, я думаю, откроем. Осилим же мы их. 850 рублей, let's go. Сегодня поделаем разные кейсы, разные ганы поубиваем и посмотрим, сколько мы сможем на этом получить. Так, пока что тут у нас небольшой минус идут. Вот это должно быть хорошо. Так, тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Неплохо. Так, вот это хорошо может стоить. Да, 1900. А что нам дало? 1000 маг, 472, 200. Ну, 2000 рублей дало. Неплохо. Так, последний раз крутанем и погнали следующий открывать. 1100 выпадает. Офигенный CS2 кейс, который находится в самом начале. Вот здесь вот, видите, хоп. Так, что можно побивать? iPhone 15, 617 рублей. Какие тут ганы у нас с вами падают? Три пары. Угу. Перчаток. Три ножа. Ага. Кихабару за 127 тысяч. Ну, неплохо. Погнали. Кихабару бы выбить бы, конечно, было бы легендарно. И нам падает элитное снаряжение, хотел сказать, затерянная земля. Элитное снаряжение, 117 рублей. К сожалению, это минус. Нага. 111 рублей. Снежная буря. Это хороший плюс, да. 1409 рублей. Окей, так, погнали. Значит, как хочу азимов пооткрывать. Майнинг азимов, 123 рубля, 10 кейсов стоит. Но у нас здесь может прикольная ганна выпасть. Поэтому можем попробовать пооткрывать и что-нибудь прикольного поубивать. Так, здесь нам сейчас падает, остановись. Ай-яй-яй, авик не упал. Авик стоит 15 тысяч, представьте. Окей, давайте быстро крутанем. Угу. Так, мимо. Еще разок. О, о. По 252 штучки. И по 300 рублей они стоят. 600 рублей выпало, неплохо. Давай еще разочек. О, по 250 еще один за 300. 300-300, что делаем? Правильно, у тракториста. Let's go, fucking shoot. Давай, что-нибудь падай, нормально мне. Опять по 250. Ну блин, я не хочу по 250 только выбивать. Давай как-нибудь нормальные ганы. Угу. Так, да, мы с тобой работаем. Три. Десять. Блин, а что так не работает? Еще раз 10. Блин, я сейчас... обижусь и пойду перчаточный кейс крутану. Эй, ты чё, подожди, стой.
Ну что еще? Ну блин. Да нет, до косаря тут крутим. Потом продаем и кое-что откроем с вами. Подождите. Так, окей, давай, нет, остановимся. Пойдем-ка сейчас пофармим. Знаете, где мы с вами? Юспик. 1000 рублей. Рискнем, погнали. Найс. Два. Две, два, дву, дви. Я считаю, что это круто. Продаем. Так, давай, два. Ебать, у меня. Уф. Он, походу, хорошо сыпет. Так, погоди, продаем. 21 тысяча, было 10 тысяч на балансе, чуваки. 10 тысяч на балансе. Погоди-ка, стоил он прям. То есть он вначале 2 выбил, потом еще 1. Вообще великолепно упало. Погоди, погоди. Сейчас юспик с вами, мы с вами поймаем еще один. Есть еще один. Давай еще один поймаем. Давай еще один, отлично. Давай еще один. А я сейчас, знаете, как сделал, так, оп. Смотрите, 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 М-ка. Чик-чик. 2000, бах. Есть. Она очень много стоит, 17 тысяч. Отлично, отлично. Отлично. Блин, ну это очень супер. Бам, погнали еще одна. Да есть. Я вам говорил, блин, я отвечал, вот эти, блин, это, я прям это чувствовал, то что, блин, куда я нажал продать? Короче, вы поняли, еще одна М-ка выпала. Давай еще раз крутанем. Если ничего не выпало, то уйдем отсюда. Не будем слежать крутить. Не, не выпало. Так, погнали-ка сейчас. Еще тоже один раз здесь крутанем. Если не выпадет, то не будем больше крутить. Не, не выпало. Все, давай, уйдем отсюда. Походу, повыдавал нормально. Окей, блин, это... Это супер. Что еще сказать? О, биткоин кейс, прикольный кейс. 337 рублей сейчас он стоит. Ну, бывает, прям дорого тоже стоит. Стой. Блин, ну куда он? Чё он прикрутился? 108 рублей, кстати, неплохо. Ой-ой-ой, скоростной зверь, хорошо. Чуваки, вот этот кейсик советую вам открывать. Почему? Потому что, смотрите, биткоин, то есть 52% он поднялся. Он бывает еще дешевее стоит, да? А бывает по 5000 он стоит и так далее. А пушки здесь падают, ну, хорошие. Пушки здесь падают хорошие. Этот биткоин кейс прям... Очень кайф. Сколько стоит? Рискнем. Погнали. Медленно откроем. Чтобы покайфовать, посмотреть на это. Стой, ножик патина. А, я проскочила. Блин, там и коллаж хороший. Блин, сколько это стоит? 3200, открытие 3300. Ну, маленький, на 100 рублей минус. Но предыдущие кейсы нам, ну, пушки дал хорошие. Поэтому все гуд, все гуд. Так, давай пооткрываем. Блин, 3000 на балике. Давай вот этот откроем. Два раза. А, два раза не можем. Давай один раз быстро. Ай. Еще на кошмар. Тогда продадим. И еще раз быстро откроем его. Ночь. Ладно, окей, давай оставим его. 618 рублей у нас остается. И... Давай какой-нибудь агентик выпьем. Сейчас агенты поднялись, когда с CS2. Прям тоже хорошо начали стоить они. Попробуем выбить кого-нибудь. Ну, фиолка падает. Сколько? 500 рублей. Кстати, нормально, нормально. Так, у нас на балике было десятка, да? Я уверен, что очень много. Да, 53 тысячи. Чуваки, поэтому... Промик Денерс. С кейсом показал, какие можете пооткрывать. Но это имба, это очень круто. Все, до новых видео, ребят. Комментарии, лайкос оставляйте. Пока-пока.